Ложки, тарелки, трубы, гобои. Все как и в армии, работает как часы. А жесты дирижера, команды для всего оркестра. Но прямо сейчас у нас есть отличная возможность, чтобы оказаться с оркестром на одной сцене. Для этого нам нужно пробраться за кулисы. И здесь нам сказали вести себя как можно тише, чтобы, не дай бог, не отвлечь артистов. Кстати, прямо сейчас на сцене тот самый легендарный казанский оркестр. Он считается самым многочисленным. В него входит сразу 40 музыкантов. Причем такое количество не просто прихоть. К этому фестивалю казанские военные подготовили сложнейшую программу. 6 произведений серьезных, которым не каждый может сыграть оркестр вообще. Их сложность их заключается в том, что они технически сложны. Они требуют больших ресурсов музыкальных, они требуют большого состава оркестра. Казань, Самара, Йошкар-Ола, Саратов, Пенза и Уфа. За звание лучшего военного оркестра Поволжья борются 6 коллективов. Все разные, причем в оркестрах есть и непрофессиональные музыканты. Мы музыкантов не берем каких-то специальных с образованием. Мы находим людей, обучаем их и до определенного уровня. И вот сегодня, в принципе, результат показали все неплохой. Результат зависит не только от музыкантов, но и членов комиссии. Здесь, как говорят они сами, на вкус и цвет. Порой из 2 одинаково сильных оркестров выбирают тот, который угадал с выбором музыки. Если сегодня военные только играют, то завтра еще споют и смаршируют. Завтра вот оркестрами в Казани, 6 оркестрами, будет представлен служебно-строевой репертуар, это ритуальная музыка. Каждый оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Этот фестиваль лишь часть большого конкурса. Лучший военный оркестр будет представлять Поволжье на всероссийском смотре в Москве. Победитель определится уже завтра. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.